ТСВ пригласили в детский сад для деревьев. В Григорьопольском лесничестве прямо сейчас растут 4000 двухсантиметровых елей. Так выращивают будущий лес. Как пополняется лесной фонд республики, увидела Ирина Руснак. Пушистые зеленые всходы на огороженных участках земли – это ель. Сеянцы еще совсем крошечные, 2 сантиметра высотой. На этом небольшом участке весной высадили больше 4000 семян. Теперь хвойным малышам нужен тщательный уход. Придется уже 2 года за ним ухаживать, прополоть, поливать, оттенять, потому что он не любит солнце сильно. Рядом с маленькими елями – всходы крымской сосны. У нас она растет тяжело. Чтобы сеянцы лучше прижились, над ними натянули затеняющую сетку. Поливают только теплой водой. 2 года деревца будут расти здесь, в мини-питомнике. Потом переедут в основной. А вот эти всходы дуба уже весной отправятся в лес. На 2 сотках 25 тысяч сеянцев 2 видов – дуб черешчатый и дуб красный. Раньше григорьопольские лесники выращивали дуб в основном питомнике. Но там желуди даже толком не успевали прорастать. Их съедали кабаны. В мини-питомнике сеянцам ничего не угрожает, даже сорняки. Потому что влага есть, тепло есть. Уже бурьян не вредит ему. Потому что он взял свой прирост уже, идет хорошо, не болеет. Я вижу, что прирост у него уже сантиметров 20. Нормально, отличный дуб. А вот и основной питомник Григорьопольского лесничества. Акация, ясень, клен, тополь и катальпа. А еще сосна и можжевельник. Это основные породы, которые тут выращивают. Семена местные лесники собирают сами. Питомник не поливают, растения сразу приучают к естественным условиям. В год григорьопольские лесничие высаживают от 30 до 50 гектаров леса. Даже взять за последние 5 лет, где-то 250-300 гектаров посажено. Леса. На неудобие, да. Это неудобие Карманова, ошибка. Неудобья, про которые говорит лесник, это участки почвы, где невозможно проводить обработку земли. В основном это склоны и холмы. На них чаще всего и высаживают новый лес. Больше всего насаждений акации. Она лучше переносит засуху и быстрее растет. Считайте, за 100 лет акация дает 4 генерации. Так что можно, говорят, убрать урожай за 100 лет 4 раза. Рубить. И не садить никакие затраты. Лесистость Приднестровья чуть менее 7%, при норме в 25-30%. Лучше всего дела обстоят в Каменском районе. Там лесом покрыто 12% территории. Стране нужно больше леса, и работа в питомниках продолжается. Сейчас растения спасают от сорняков. Ближе к осени начнется сбор семян для новых саженцев. Ирина Руснак и Игорь Мацота, ТСВ.